Да. Алло. Говори, уёбок. Здорово, Ромыч, ну что ты как там в своей пиндосе поднял уже по типу? А, здорово, Лёха, иди нахуй, у тебя что-то случилось. Чувак, у меня сейчас вообще все заебись в России, я так поднялся, в России вообще жизнь наладилась, только так, ебать. Лёха, мне бы сейчас бабки не помешали, ты где сейчас? Так ты приезжай ко мне в Малиновку, я тебе все покажу. Здрасте. Здрасте. Я здесь впервые. Помогите мне стать бандитом, и потом вас ебашить за бабки. Я тоже хочу бандитом быть. Ты идешь нахуй. Ты мне расскажи лучше, как это сделать. Пожалуйста, бро. Тут надо работать на шахте, начальник. Я как понимаю, я так думаю. Ага, все, понял, начальник. Спасибо. Съебал нахуй отсюда. Чтобы отправиться в такой замечательный город нашей необъятной страны, как Малиновка, тебе даже не надо выходить на улицу. До чего технологии дошли? Можно спавниться в России, а затем спавниться в России. Пройдите быструю регистрацию на весьма приятно оформленном сайте, а затем запустите Малиновка Эксе и вперед делать САСУ. А, слышишь, что? Дима, еду, бро. Ты мне, извини, что я охуеваю, я конченый, у меня семьи не было в детстве. Я тоже. А чё, проезд сколько стоит? Для вас бесплатно. А, спасибо огромное, просто, не знаю, самый лучший сервер в мире. Давай, Лёха, рассказывай мне что-нибудь. Хази, ты тут, жирный урод? Расскажи что-нибудь, мы куда едем? Мы сейчас просто едем на шахту, ебать, и будем зарабатывать бабки с тобой. Охуенный план. Нам, пожалуйста, на завод. Я въебывать хочу за копейки. Здорово, здорово. Там происшествие на дороге. Я бы посмотрел по звукам что-то интересное. Аккуратней, водитель, пожалуйста. Я после травмы мозга. Да я пьян немного. А, да нормально. Я тоже под шофе гоняю обычно. А, да, я ютубер. Игорь Линк, слышал? Чё? Ну, да. Ладно. Да. Да, это ты этот видео снимал? Угу, угу. Смотри, можешь меня по голосу узнать. Всем привет, с вами, как всегда, Игорь Линк, и со мной моя жабка Азазина. Ага, в натуре. Ну, видишь. Ты сейчас видео не снимаешь? Я записываю как раз-таки, можешь передать привет, ты очень вежливый Чё, водитель. Я... Привет, ребятушки, конечно. Все, я сейчас даже с маршрута съеду, тебя на шахту отвезу. Спасибо огромное, ты самый лучший водитель в мире. А я думаю, голос знакомый. Да, да я тролль из интернета, ёпта. Меня в детстве били очень сильно, вот я и начал ролики записывать. 5000. Давай я админа потом попрошу, запомню тебя, он тебе 25 закинет. В натуре? Да. Давай. Хорошо. В главных ролях. Хази в роли Хази. Невероятно сексуальный мальчик в роли бомжа Глеба. Впервые на экране Игорь Линк в роли Азазина. При участии Адольфа. Художественный кинофильм «Конч». История о двух дурачках из провинции. Выращенные забойными зэками, голодные до пизды Нобелиус Игорь Крид и Хази Ебучий Волк. Они приехали в город Малиновка, чтобы подняться по лестнице криминального мира, а затем опустить мусоров и стать крутыми вообще ёптану. После прибытия на центральную станцию метро, Нобелиус и ебаный Волк смекнули. Чтобы стать крутыми вообще ёптану, надо сначала похалтурить на шахте, а затем со стволами давать САСУ мусороидам. Итак, наши герои впервые познакомились с шахтой. О, это шахта? Да, ты ж тут был, вот. О, да, точно, точно. Спасибо огромное. Все, удачи вам, водитель, и всего самого лучшего. А как выйти из машины? Спасибо, водитель, всего доброго. Я ютубер, здравствуйте. С вами, как всегда, Игорь Линк. Всего доброго. Да, да, добрый вечер. Да, да, Игорь Линк. Этот. Коли я все равно уже здесь, коли я уже все равно, Игорь Токач, я тут. Расскажите, мужики, как здесь надо работать? На шахте ебашить. Так, смотри, я готов ебывать на шахте. Короче, можете все присесть передо мной, будто я король Мэдисон? Спасибо огромное, спасибо большое. Тут берете форму, покупайте форму. Товарищ Роман, давайте, берите форму. Да, я Игорь, спасибо, пойдемте. И пойди руду, тупо как работяга. Ебаный в рот. Ебашьте эту руду. Да, ебать нахуй, земля мне в карманы. А сколько платит ебаный в рот, Виктор? 70 рублей за камень. 70 за камень? Да что-то хуево, мужики, живем как-то. Я не знаю. Да нет, это самая выгодная работа.
В ту самую секунду в голове дурачка Нобилиуса пролетела жужжащая строка из букв. Глупый сын дворняги Нобилиус, к сожалению, тогда еще не знал, что это называется мысль. А мысль была грамотная, мысль была хитрая. Игорь Нобилиус Крид придумал гениальный план. Может, денег все скинемся мне, короче, я танк куплю и расхуярю здесь все нахуй. Так, сейчас, стой на месте. Я остаюсь, то, конечно. Скидывайтесь, пацаны. А ты не ютубер Азазин? Нет, я Игорь Линк. Скидывайте мне все деньги, я куплю танк. Слишком хуевые условия. Вот для начала тебе. Трешка залетела, пацаны, кто еще докинет бабла нахуй? Ну да, я базарю, я все бабки на танк пускаю, приезжаю, расхуяриваю эту шахту нахуй. Дай денег, Майдан, деньги, блядь. Блядь, Игорь Линк, ты Азазин. Спасибо огромное за деньги, я Игорь Линк, заткни ебало. Денег дайте, блядь. Кидайте мне, извини, пожалуйста, за ложь. Я случайно соврал. Я Игорь Лин, кидайте мне бабки, пацаны. Ебать, у меня уже 26 кусков. Сколько танк стоит в этой игре? Азазин, соси хуй. Зачем ты так сказал? Извини, пожалуйста. Игорь, у них есть наркотики. Я не употребляю наркотики. Голос Нобилиуса задрожал. И неспроста. Нобилиус никогда не принимал наркотики. Как живая реинкарнация Мавроди, Нобилиус Крид наебал работяг на лаве. Но наебалово это было пацанское, честное. Игорь Крид четко всех наебал, не наебав. Благодаря связям ебучего волка Хази в госдепартаменте Словакии, они раздобыли танк. Но танк этот был весьма странный. Лех, ебать у тебя тачка блатная. Расскажи, какой дальше план у нас, умоляю. Ну смотри, короче, эту тачку я, в принципе, заработал на ебаной шахте. Я долбил его на деньги. Красава. Сейчас хочу вам разговаривать. Купить с тобой танк, блять. Освободи мужиков, они больше не будут рабами, правильно? Мы здесь кто? Мы здесь власть! Мы здесь кто? Мы здесь власть! О, вот, да, заебись. Скажем, это танк водяной. Охуенно. Водный танк, типа, купили за их бабки. Так, короче, будем сейчас мужиков, короче, освобождать. Слышь? Скажи, мойка на колесах. Мойка на колесах, подожди, я помочу, я заплачу потом деньги. Плати 100 рублей. Сергей, пожалуйста, 100 рублей, у нас мойка на колесах. Да, сейчас. Спасибо большое вам. Серега, вы самый лучший наш клиент. Вы первый и самый лучший. Вам теперь скидки пожизненно. Всего доброго и отличной езды. Спасибо, да, до свидания. Ребята, я за ваши бабки купил технику. Погнали на улицу, ребята. Блять, ребята, вы правильно говорю, ютуберы, они все пидорасы. Никогда так не говорю, умоляю. А за ваши деньги мы купили танк. Идем на улицу, погнали, вы самые лучшие. Короче, ребята, смотрите, зацените тачку. Да, вот он, Нобилиус, общается с рабами, испытывает чувство выполненного долга перед мужиками. Эх, если бы он знал, какой ад начнется через 5 секунд. Да, если бы он только знал. Вот, это техникой, короче, мы сейчас будем расхуяривать. Что это за хуйня, блядь? Ты чё нахуй, блядь? Я ваши деньги, вложил как смог. Я могу вам больше сказать. Лёха, хуярь по работягам! Они взбесились! Убивай их нахуй! Меня не убей, Лёша! Они ёбнулись! Работяги, извините, но мы не могли иначе. Лёха, высаживай чувака, я сажусь себе в тачку. Нет. Хуярь по ним, Лёха, хуярь по ним по зеркалу. Вы случайно угнали наш автомобиль. Вы случайно сели наш автомобиль. Все, всего доброго, спасибо, вы самые лучшие. Следующий этап своей жизни наши герои называли так. Петух распустил крылья. Кинув работяг на бабосики, они как демоны трэшили с пенисами, а затем не уважали мусорил. Да, эпоха просветления, нахуй феодалов, они были хозяева своей судьбы. Ебать, я охуею просто, сердце бьется. Мы можем, конечно, пойти в клубешники, нужно приодеться. Я должен выглядеть шикарно, у меня оружие появилось. Рома, я тебя хочу расстроить. У тебя... Это пенисы, ты скотина ебаная. Пенисы. Ральф Лорен Плон. Я люблю Ральф Лорен, там крокодил. Давай туда. Это вообще-то Лацио. А, Люсио из Overwatch'а. Ага. Лёх, ну ты совершаешь преступление сейчас. Ты просто, блядь, анархист ебаный. А ну полегче. А ну поаккуратней, пожалуйста. Давай я с ней поговорю. У меня отличные навыки общения с мусорами. Останови, я быстро. Ребят, нам... Вы что-то хотите?
Я вас не слышу, выключите сигналку, пожалуйста. А это у нас хуярит? Извините, это наша, простите. Так, Бровки, подъедьте, пожалуйста. Куда? Бровки, вот, проверьте. Так, говорите со мной, господин полицейский, представьтесь, Богдан Леснов. Так. Так, все, слушаю, в чем проблема, господа? Давайте отойдем, здесь так громко, водители, полицейские, прыгните со мной с моста нахуй. Прыгните сюда, пожалуйста. Здравствуйте, Саша, я вас слушаю. 1000 рублей штраф. 1000 рублей, нихуя мы мусора. Нихуя вы мусора охуели. Нихуя вы мусора охуели, но я заплачу. Но я заплачу. Так, оскорбление госслужащего, устное предупреждение. Все, понял. Извините, пожалуйста, господин полицейский. Хази, заплати ему денег, чтобы он отъебался от меня нахуй. А как вы подниметесь? Мы, блять, а вы ебаный в рот. Авария. А вы нам тачку просто скиньте, нашу и все, да мы и поедем. Спасибо большое, господин полицейский, вы самый лучший. Удачи вам на дорогах, я не знаю, как отсюда выбраться, возможно, вам пиздец, вы умрете от голода. Они купались в золоте и респекте подсосов. Самопровозглашенные короли из залупы России. Но и как у любой золотой монеты, судьба имеет и обратную сторону медали. Играя с судьбой в орла и решку, они наконец проиграли. И без подливы. Выходим. Все, ебать, стоять нахуй. Вы арестованы, блядь. Стой, блядь. Иван, стой, блядь, Иван. Иван, вы арестованы. Выйдите из машины. Блядь. Здравствуйте, господин полицейский. Мы что-то нарушили? А зачем вы мне дали деньги? Ну, чтоб ты съебался отсюда по бырику. Еще трешку дам, если без вопросов уйдешь. Я вам даже не хотел к вам подходить. Я ничего не хотел даже с вами делать. Все, простите, да, пожалуйста. Мы доебались, мы идиоты конченые. Я охуел, когда... Я как будто в реальности за закладкой поехал, и тут мусор выходит, блядь, на гражданке, нахуй. Да, может, у монеты и есть обратная сторона, только правила игры были совершенно другие. Нобелюс и Волк не играли на деньги, они просто загребали бабло, как бы оно ни лежало. Они не верили в судьбу, они делали диптроат с камшотом в глотку судьбе. Боги в человеческом обличии, черви из залупы страны стали королями Малиновки. Преступный синдикат, контролирующий примерно 65% местной инфраструктуры. Они крышевали все и их боялись все. Теперь нашим героям не нужны были деньги, они хотели заслужить титул, сделать что-то настолько убойное, чтобы числиться в рядах истории рядом с такими именами, как Аль Капоне и Пабло Эскобар. Ну или хотя бы Джим Керри. Но как совершить величайшее преступление в истории? Волк Хази сразу смекнул, что это должно быть ограбление. Долгие недели они думали, размышляли, строили планы, что ограбить, чтобы войти в историю как самые отбитые медвежатники криминальных кругов. У них не было визы, поэтому 3 недели вынашивания плана по ограблению Эльфьевой башни были коту под хвост. И лишь где-то на дне стакана они поняли, он у них под носом. Ответ всегда был рядом. Нужно ограбить полицейский участок. Самое гениальное преступление атлант мира криминалистики. Короче, Рома, блядь, нам нужно собрать банду, чтобы ебаных мусоров крышин как следует, понимаешь? Я только об этом думал, типа, мы уже ограбили все, что могли, и самое важное сейчас нам ограбить мусоров. Куда выше, это самый апогей преступного мира. Это самая гениальная идея, ограбим мусоров, но нам нужна команда. Пацаны, а можно мне в команду? Глеб, идите нахуй, пожалуйста, отсюда. А что ты скажешь на это, мужик? Вы в команде, Глеб. Но нам не хватает колес. Вот если бы кто-то еще на тачке был, вот у нас Кент какой-нибудь. Ну, тогда, что скажу? Ниху... Вы слышите этот звук? Вау! Что за колеса? Guten Abend. Guten Abend, вы в команде, сэр. У нас прекрасный план. Сейчас я изложу вам план, господа. Такого гениального преступления еще вообще никто не делал. На это способны только Вова, Хази, Глеб и Адольф. Мы ограбим полицейский участок. Правильный ответ, мистер Глеб. Конечно, да. Глеб, ты лучший. Хази. Па-па-па-па-па. Едем ебашить мусоров. О, да. Музыка шикарная, ебать. Мусор, съебал нахуй. Мы пришли вас грабить, мусора, нахуй. Та-та-та, Глеб безумен, ебаши мусорин, нахуй. Мусора, ебать, бегите, мусор ебучий. Меня подбили. Вы спросите, как так?
Это что, конец? Ну, это точно конец всего хорошего в моей истории. А вы что думали? Это реальный мир, пиздюки. После получения огнестрельных ранений Нобелиус 3 месяца провел в коме, а затем отправился на нары. В первый день его отпетушили в рот, при этом по собственной инициативе. Ну, забирай. Ой, блядь, давайте возьму. Как классно. А меня опустили сейчас или нет, как сказать? Да, в этот день Игорь Нобелиус Крид впервые попробовал вкус спермы. А вот теперь действительно конец. Нобелиус умер на третий день в тюрьме. Егор стал успешным предпринимателем и открыл свою фирму. Хази тайком вывел в офшоры более 3 миллионов долларов. Ни одно правительство мира не может установить личность Адольфа. Мы до сих пор ничего не знаем об этой персоне, о его состоянии и месте нахождения. Строго секретно. О, ха-ха-ха-ха! Возвращение короля!